Ибо после того, как Христос, Бог наш, восприял плоть нашу и вочеловечился, Он обессилел, и мы поем: «Врагу оскудело оружие в конец, потому что победивший его Господь дал нам власть наступать на голову его. Дерзая верою, будем считать его равным бессильному воробью или ничтожему какому присмыкающемуся, попираемому ногами». 150, страница 306. Напоминаю вам, будем помышлять, рассуждать и рассматривать, что мы, зачем мы, где мы и куда отойдем. Мы творение Божие, дело рук Его, по образу и подобию Его созданное, имеющее власть над всем сущим под небесем. Ибо так написано, Он все покорил под ноги наши. Мы вторые после ангелов, как они первые по естеству. Зачем мы? Не за тем, как чтобы быть во славу державы Его, не за чем-либо другим, подобно ангелам через верное исполнение всех заповедей Его. Так как мы умалены малым чем от ангелов, и еще менее будем таковы, когда совлечемся тление и облечемся в нетление. Где мы? В месте изгнания по прародительскому бессоветию, прислушанию и сластолюбию, перешедшему и к нам, потомкам его, о чем плакать подобает и рыдать, печалиться и стенать, помышляя о том, из какого благолепного извержены мы жилище, из какого ангельского пребывания, какого блаженного утешения райского. Куда отойдем? В тамошний мир, в треблаженное ангельское пребывалище, в светлую страну, в невечернюю жизнь, после того, как на страшном всемирном суде судья всех и Бог, воссевший на престоле славы, во мгновение ока рассудит все и воздаст каждому по делам его. Соблюдшим заповеди его даст стояние одесную, радость неизреченную, вкушение вечных благ, царство небесное. А прислушавших его и по нерадению и сластолюбию учинивших зло, блуд, прелюбодеяние, хищнение, зависть, убийство, распутство, нечистоту, отступничество, гордость, тщеславие и всякие другие виды зла, предаст вечным мукам, огню кромешному, черви ядовитому, тьме тьмущей, в тартар бездонный, каждого сообразно с собственными его грехами. Кто в премудрости добре понудив естество, все претерпит мужественно, а если потребуется, то и умрет за добро. Тот в день тот просветится, как солнце, будет в части святых, в ликостоянии ангелов, в веселье мучеников, в наслаждении пророков и апостолов. Но горе тому, кто за мгновенную сласть плотскую, за миролюбивый нрав, за скоро приходящее ничтожное удовольствие, попадет там, в ту бедственную часть левого стояния. Под немилосердное отвержение и невозвратное отслание на нескончаемые муки, в неразрешимых узах, где только и слышится, что, увы, и горе, нет избавления, нет изменения, нет человеколюбия, ни от Бога, ни от ангелов, ни от святых, во веки веков. Об этом, чада мои, да помышляют все, и добре текущие, и притыкающиеся, и сильные духом и малодушные, и первенствующие, и вторствующие, и теплые, и хладные, и богатые, и бедные добродетелями. И вообще, всякий человек, всякое колено и всяк язык. Позаботимся и мы об этом. Примем добрые решения и потечем путем Божиим, бодренно и напряженно, отвергая всякую страсть, как заразу. Возденем руки наши к Богу спасающему, изъявляя готовность каждодневно претерпевать мученичество, кровоизлияние, членов отсечения, плоти страгания, костей сокрушения, а не только лишение какой-либо пищи или питья сладкого, одежды тонкой, обуви хорошо сшитой, чести, стояния и многого другого подобного, о чем смешно и говорить. Чтоб добре поживши здесь, по чину нашего звания, в смирении и послушании и верно соблюдши обеты свои, выйти нам из здешней темницы, радуясь, и с дерзновением предстать пред лице Бога, в благой надежде получить обетованное
живущим во славу Его блага. 151. Посмотрим, как приготовляется к состязаниям на мирских зрелищах. Нельзя ли из их примера поучиться нам чему-либо и для наших подвигов? Когда наступает время народного зрелища, большей же частью еще гораздо прежде того, имеющие выступить на состязание не праздно проводят время, но наперед упражняются в том, что и как следует им делать на зрелище, делают опыты всего прилежащего, соответственную тому и диету держат, не допускают яств, не могущих способствовать успеху, и речей у них в это время не бывает других, как все о прилежащих состязаниях, как выступить и сделать первый шаг, куда потом направиться и кому на кого нападать. Столько у них занятий и забот. Из-за чего? Чтоб победой стяжать венцы тленные и получить положенные награды. Вместе с этим и для того, чтобы доставить удовольствие зрителям и приятелям при посрамлении побежденных. Если у этих предварительно бывает так много труда и обсуждения, какой, полагаете вы, должно нам и вам иметь подвиг? Какое тщание и осмотрительность, и какую неусыпную заботу то о том, то о другом. Ибо враг наш, противник и супостат, не неопытен, не невежда, не небрежен. Но стоя на супротив, кажется, и он немало обдумывает, какие против нас устроить ковы, как подойти, как напасть, как отразить, как подстрелить и повергнуть долу бедного монаха. Невелик ли потому предлежит нам подвиг? Невеликую ли заботу и тщание должны мы иметь? Не следует ли нам, воздев руки, горе взывать? Призри, Господи, от святого жилища своего, воздвигни силу Твоей и приди, чтобы спасти нас. Истинно так. И это со смирением и сокрушением сердца, с упованием и мужеством, с искренней верой и послушанием испытанным. Не оставит Господь подвижника добродетели, если он призывает его на помощь себе, говоря: «На него уповало сердце мое, и помог мне, и просветит плоть моя». А когда он помогает, кто может противостать? Кто силен низложить? Никто. Пусть будут тысячи тьмы врагов, не убоится таковой. Именем Господним отразит он их и разгонит. Мужайся же! 152. Земледелец, пловец, купец, путешественник. Все трудятся, заботятся день и ночь, утомляются и из сил выбиваются. Желанием желая достигнуть своей цели и достигают. Но наше возделывание, наше плавание, наша купля, наше путешествие отстоят от того, как восток от запада, или лучше, как небо от земли. Потому наши труды, подвиги и поты сколько должны быть превосходнее, ревностнее и неусыпнее тех. Чего ради святой Давид с изумлением взывает: «Кто взойдет на гору Господню, и кто станет на месте святом Его?» И опять: «Кто дал бы мне крылья, как голубя, и полечу, и почию?» Мы и трудимся, мало вкушаем пищи, мало сна, простаиваем службы, и в кельях молитвословим, читаем, слушаем, поем, рукодельствуем, смиряемся, слушаемся и все терпим. Но отчего же да не достигаем мы желаемого и не видим успеха? Ни от чего другого, как от препон нашему спасению, полагаемых супостатом нашим дьяволом. Он от дней века этого до ныне восстает народ наш, чтобы не допускать нас на небо, с которого он не зринут за превозношение. Не будем, однако ж, братья, унывать и не падем духом перед трудностями жизни нашей, ибо Бога имеем помощником и заступником, Бога, воздвигающего от земли нищего и от гноища возвышающего убогого, препоясующего силы и немощь естества нашего и побеждающего искусителя нашего врага. Потому не будем малодушествовать, смотря на то, как мало можем мы сделать своими силами. Не так любит жених невесту свою, не так родители радеют о детищах своих, как любит нас и радеет о нас владыка всяческих Бог. Он заботится о спасении нашем, радуется доброму поведению нашему, отверзает очи ума нашего, показывает ему светлую красоту свою и вожделенное благолепие свое, и возводит его под ангельским световодством,
к созерцанию неба и всего, что на небе, и охраняет его от врагов, невидимых под кровом крыл божественного промышления своего. И что много говорить? Он таков в любви к нам грешным, что благоволил, не оставляя недр отчих, преклонить небеса и в уничижении снить и к нам, и соделаться человеком, будучи Господом всяческих, содержа все словом, препрославленный и превознесенный, соделался он младенцем, рожденным от бедной матери, когда обогащает все. Вера же таинство то, что он приял за нас крестную смерть, после страшных страстей и тридневного воскрес, исхитив нас из рук змея, и дав нам силу попирать его, как присмыкающуюся скнипу. Какой отец так возлюбил сына, или мать, дочь, или муж, жену, или друг друга, как он, за нас, любимых, столько потерпевший и пострадавший. Но и нельзя словом высказать и умом измерить предельную любовь и благостыние его к нам. Возлюбивший же нас так и столько пострадавший за нас, как может он не быть помощником нашим на всяк день и час? Заступником и прибежищем нашим, если мы сами не отступим от него, увлекаемые страстями своими. Зная это, постараемся быть верными Господу, подъемлем всякий подвиг, мужественно перенося все прискорбное и творя все заповеданное им. И он соделает нас победителями в борьбе с врагом и даст нам беспрепятственно достигнуть возжеланного нами конца. 153. Что прекраснее и блаженнее, как работать Богу живому в преподобии и правде, очищать душу и тело, сохранять от всякого греха, влечься вожделением будущих благ, всегда переноситься от мира к небесному, иметь душу, не уловленную никакой страстью, подобно птице, прилетающей все сети дьявола и парящей в превыспренних. Кто таков? Тот веселится всегда и радуется, услаждается и восхищается, а отныне, начиная вкушать начатки будущего всеблаженства. Так как и вы для этого вышли из мира и пришли сюда, для этого отреклись от мира и всего, что в мире, для этого сделали странниками и пришельцами, отчуждились от родины, рода и родных, для этого стали иными по виду и образу жизни, и простились со всеми заботами и попечениями житейскими, то, благие, восприяв подвиг, ищите и обрящите, стремитесь и достигните, чего вас желала душа ваша. Ибо ищущий находит, и стучащему открывают, говорит Господь. Ищите, ни о чем другом не заботясь, ничем другим не занимаясь. Хотя вы занимаетесь обычными своими послушаниями, но у вас это не мирские и не житейские занятия, потому что занимаетесь не по страсти, не по своей воле, не в угоду плоти, а для святого братства духовного, по послушанию и заповедей, более же все для богоугождения. Бог приемлет этот труд ваш, как жертву и всесожжение. И блаженны вы, братья, что избрали этот ангельский образ жизни, ведущий в небесный Иерусалим. Его же содетель и зиждитель есть Бог. Теките же, добрые, укрепляемые благодатью и украшаясь добродетелями, сокрушением, послушанием, смирением, готовностью на всякое дело, безропотностью, бдением, трезвением и молитвою. 154. Как думаете вы, смиренная душа моя, относится к моему над вами настоятельству? Может быть, вам кажется, что я величаюсь небольшими своими к вам поучениями, и этим одним, надеюсь, вполне исполнить долг настоятельства? Отнюдь нет. Но скажу вам поистине, что в томительном и мучительном беспокойстве провожу дни бедной жизни моей, не успокаиваясь тем, что скажу вам о достодолжной жизни, но желая видеть в вас самое дело жизни. Поэтому, когда вхожу в среду вас, каждодневно всматриваюсь в ваше поведение, как обращаетесь друг с другом, как себя держите, как вопрошаете и отвечаете, из всего этого, а также по взору очей и виду лица, познаю, каково у каждого настроение души, в ком нахожу его правом, радуюсь и утешаюсь, и надеждами воодушевляюсь, а в ком нахожу противное, печалюсь, скорблю и воздыхаю, полагая, наверное, что тут взяла силу страсть.
и не могу иначе, ибо разве я не должен отдать отчет о каждом из вас? При мысли же об этом, кто может оставаться равнодушным? Кто не восплачет, не устрашится и не вострепещет? Велико и страшно стать человеку перед Богом, неподкупным судьею, и давать отчет о всей пастве, соблюлось ли оно в чистоте и непорочности, исправно ли ходило во всех оправданиях Божиих, и во всем достодолжном, и в отношении к Богу, и в отношении к ближнему. Это сказал я вам для того, чтобы вы, узнав скорбь души моей, пожалели меня и помогли мне. Чем же? Все большим и большим стремлением к преуспеянию в равноангельной жизни вашей. Нам нельзя довольствоваться тем, что отличаемся от мирян, но должно в совершенстве следовать в жизни по стопам отцов. Нельзя довольствоваться и тем, если превосходим неких из одного с нами чина, но должно ревновать сравниться с совершеннейшими, ибо много званых, мало же избранных. Нельзя также мерить свое преуспеяние длительностью времени, думая, столько-то и столько лет уже монашествуем мы. Но смотреть, соответствует ли длительности времени число и степени добродетелей наших. И не то опять надо иметь во внимание, что вот и еще день прошел, но то, отложено ли в этот день какое-либо доброе дело в сокровищницу небесную на содержание души в будущей жизни. И то, прибавлено ли есть еще хоть малое что к очищению души и к препобеждению томящей нас страсти. Так монах по имени доходит до того, чтобы быть монахом и самым делом, освобождаясь от тьмы страстей и от уз злых навыков, и давая через то душе и уму свободно стремиться к Господу, к Нему единому воспарять любовью и с Ним единым вожделевать общение. Рассмотри же себя каждый из вас, имеет ли в себе это искомое, или все еще состоит рабом страстей, узником грехов, пленником помыслов, отчего является он неустроенным в словах, делах и помышлениях, обнаруживая это непослушанием, гордостью, ропотливостью, спорливостью, самооправданием, своеволием и первейшим из зол – неверием. Но между тем, как этот таков, в том, кто подвязается к искомому и преуспевает в борьбе со страстями, проявляется всякое даяние блага и всяк дар совершен. Кротость, мир, любовь, сострадание, безропотность, смиренномудрие, беззавистность, благодарение, терпение, молитва, псалмопение, бдение, сокрушение, слезолитие и всякое другое похвальное деяние и расположение. Он не ищет первенства, но бежит от него, не желает рукоделья нравящегося, а также какое назначит отец с отсечением своей воли, будь дело кухонное или садовое, или полевое, или другое подобное. Не воюет из-за одежды, обуви, пищи и питья, но терпеливо переносит все, хоть одет в рубище, зябнет и голодает, на одно устремляя взор – настижание тамошнего упокоения. 155. Подобно тому, как в гражданском быту человек, обвиненный в больших преступлениях и осужденный на смерть, страхом и трепетом поражаем бывает, когда возвестят ему «Время пришло, выходи!» Так и для грешника весть о переселении от сели в другую жизнь обыкновенно бывает страшно и трепетно. Напротив, как тот, кто ожидает награды венцова царя за содеянные им доблестные дела, радостью радуется, когда услышит голос, призывающий его к получению их. Так радуется праведник, когда ангел смерти возвестит ему о переселении от тела в уверенности, что отходит к принятию благих воздаяний. Это дерзаем мы сказать ныне о брате нашем Харитоне, что он соимен о себе, с радостью веселья вышел из тела и отошел в место упокоения. Вот как, братья, хорошо подвязаться. Вот как благоплодно насиловать естество. Как благотворно терпеливо проходить подвижничество. Как блаженно вести борьбу в подчинении до последнего издыхания. Потому что это в немногие годы, лучше же сказать в один почти день,
Ибо что другое значит здешняя жизнь в сравнении с бесконечной? Доставила брату нашему неиздеваемое богатство, славу недомыслимую, веселье несравненное, царство нескончаемое. И ныне он радуется и торжествует, никакого не имея чувства скорби о подъятых им здесь трудах ради такого блага, но вселяясь в хорах преподобных, в скиниях праведных, во дворах мучеников, в Вышнем Иерусалиме Матери всех святых, созерцает неизъяснимое и несказанное благо, свет тот непрестающий, жизнь бессмертную, блаженство невыразимое. Помышляя об этом, как нам, находящимся еще на поприще состязания, не восподвязаться, не воодушевиться дерзновенной надеждой, не возревновать, не возгореться сердцем, не воспарить умом, не приложиться расположением от мира к небесному, и не дать обета все сделать и все претерпеть из любви к Господу. Ни пост только и бдение, ни спание только на голой земле, ни холод только и зной, ни труд только и утомление, ни унижение только и бесчестие. Но если потребовалось излияние крови, членов отсечения, плоти, оскобления, костей сокрушения, только бы достигнуть искомого. Ей, братья, хорошо так мудрствовать, мудро так расположиться, действовать. Дьявол хищник есть, всегда около вертится, чтобы похищать у ума нашего прекрасное помышление и увлекать его в суетные помышления мирские. Но не дадим ему престить себя, а напротив, содержа в уме божественное обетование, каждодневно чтомое, в песнях восхваляемое, в молитвах изображаемое. Будем проводить день за днем, неделю за неделею, месяц за месяцем, год за годом, стараясь всячески представить дела наши Богу все чистыми, все мирными, все любительными, не оскверненными гордостью или тщеславием или человекоугодием. Пашем ли, копаем, поварствуем, плотничаем, сторожим, келерствуем, садовничаем, переписываем или каким рукоделием занимаемся, шьем, корзины плетем или другое что делаем. Будем стараться так делать, чтобы дело наше самим Богом было почтено совершенным и внесено в сокровищницу небесную для получения вечной награды. Портить же дела свои ропотом, дерзостью, тщеславием, смутой и противоречием есть дело неразумное и даже нечеловеческое, то есть несвойственное человеку истинному. Ибо настоящий человек есть нечто великое, подобно преснопамятному Иову. Он истинен, благочестив, удаляется от всякой злой вещи. Да обратит каждое внимание и на то, как человек тщеливый и добродетельный, любим бывает всеми, у всех почетен и славен, не только между своими братьями, но и вне, между слышащими о нем. Ибо добродетели в сокровенности пребывающие, и невидным человеком совершаемая такова по природе, что непременно проявится и слово о ней прозвучит и проповедуется повсюду по слову Господа, который говорит: «Не может город укрыться наверху горы стоя». Если мы немного потерпим в делах благих, немного поподвязаемся, то придет время упокоения не только в час смерти, но и прежде того, в то время, когда утвердится в нас бесстрастие. Ибо душа, всецело возлюбившая Господа и умертвившая свои желания через послушание, по словам святых отцов, достигла упокоения и уже от сели начинает вкушать будущее благобытие. 156. Думаю, что ныне хорошо побеседовать мне к вам о вчерашнем событии. По повелению владыки нашего, должен был я отправиться в Далматскую обитель на избрание нового для ней игумена. Там надлежало спросить, кого хочет братья обители и собравшиеся туда игумена. И все единодушно в один голос указали на Аву Илариона. Почему же это? По каким его отличиям? Не потому, что он многознающий, не потому, что доброречив, не потому, что известен по жизни, но потому только, что смиренно мудр, боголюбив и славы человеческой не ищет, послушанием прикрывая свои добродетели. Хотя был некто другой, более его знающий, превосходящий его летами, но как он в означенных добродетелях был слабее, то Ава Илларион
и признан более угодным Богу и способным разумно руководить братью. Видите ли, братья, как достолюбезен дар смиренно-мудрия. Это всеобъемлющая добродетель, которая пресекается всякое внутри смирение, отгоняется гордость, попирается славолюбие, поражается своенравие, умерщвляется сластолюбие. Вводится же вместо всего этого кротость, мир, любовь, сострадание, терпение, любомудрие. И что много говорить? Оно есть источник добродетели, источающий всякую благостынь, или лучше рай богонасажденный, произвращающий всеплодие и бессмертие. Но не может город укрыться наверху горы стоя, по слову Господа. Так не может навсегда оставаться сокровенности, истижавшей эту добродетель. Хотя бы в обычном порядке он был последним, хотя бы под землей укрывался. Хотя бы некие по зависти клеветали на него, ибо тут он более и узнается, как свет на горе воссиевающий и на себя обращающий очи всех зрящих. Это именно и случилось с теперешним избранником, потому что многие из внешних изъявили братству свое одобрение и избрание. 157. Сколь прекрасно воздержание, и через него проявляемое благочиние в действовании по божественным заповедям. Мы вошли в эти честные дни Святой Четыредесятницы, как в тихую пристань, избегши от волнения предшествовавших дней. И теперь мирствуем, безмолвствуем, безмятежствуем, тщательно благочинствуем в храме, благовеянствуем в псалмопении, трезвенствуем в молитве, в столе соблюдаем неразнообразие яств и без излишества их, делаем и все другое во спасение душ. Нет теперь входа к нам мирских лиц и от нас выхода к ним. Здесь не могу удержаться от желания, чтобы вы, взяв в содействие себе здравое понимание добра, такой образ жизни обратили во всегдашний навык, чтобы и после этого удаляться от всех стезей, ведущих к греху. А не так жить, чтоб 5 или 10 дней держать добрую жизнь, а потом, вознерадя во добре, оказываться опять разоряющим не то, что прежде созидали, как говорит апостол. Галатам 2.18. Да не будет так с вами, братья, не будем удобо приложны, чтоб так легко вращаться в вановету искусителя. Но возжелаем прибыть в стяжании добродетели, все больше и больше делая приложение добрых дел в нашем добром действовании, зная, что не короткое время хорошо жить достаточно для спасения, а в продолжении всей жизни напряженно держаться дело спасения. Таков эти искуситель, который ни днем, ни ночью не оставляет нас без набегов своих и устроений коварных засад на пагубу нам, много повсюду расставляет сетей, бесчисленное посылает на душу нашу стрелы, щекотание сласти, возгорение похоти, треволнение и противоветрие помыслов и пожеланий, возмущает ложе ума нашего, как на море некоем. Так что всякий вынужден бывает исповедать, если бы не Господь помог мне, то вселилась бы душа моя в ад. Потом стихает на время, прячет стрелу похоти и пускает яд тщеславия, или ослабив с одной стороны остро желчи, с другой поражает стрелой зависти, иной же раз со всех сторон возбуждает пыл на смирение наше, пыль, ибо у него ненасытное желание сгубить нас. Он идет против владыки нашего Бога и неистовствует, видя нас восходящими на высоту небесную, откуда сам он не спал за гордость. Какая потому и каликая забота и настойчивость потребны, какое тщание и какой усиленный подвиг, чтобы победить такого и таликого змея. Но дерзайте, говорит Господь, ибо я победил мир. А после его побеждения мы в силу святого воплощения восприяли силу на врага, как опять Господь взывает. «Се даю вам власть наступать на змеев и на скорпиона и на всю силу вражию». Так что мы можем попирать все его на нас устремления, все многообразные греховные сласти. Как же это? В силу подражания тому, кто победил его. Подражателями же его мы явимся, когда облечемся в смирении и кротость, как сам он говорит, «научитесь от меня». Ибо я кроток и смирен сердцем.
если он царь и владыка всяческих, естеством един, препрославленный и всеблагий, восприял смирение, послушливый Богу, и отцу даже до смерти и смерти крестной, то что скажем мы? Или сколько смирившись, уподобимся ему мы, по естеству бедные и ничтожные? Если он, устранившись от небес, сошел на землю, сколько нам надлежит устраниться от всего своего, чтобы хоть тень некая была подражание ему? Если он соделался младенцем и молоком был скормлен, исполнял все законное, повинуясь родителям, как написано, сколько надо нам младенчествовать злобою и повиноваться игуменам, чтобы хоть малой чертою казаться подобными ему? Если он алкал и жаждал, ходил пешком и утомлялся, сколько подобного нам следует потерпеть, чтобы подумалось, что переживаем нечто равное ему? И, наконец, если он поношение принял и за ушение, смеяние и поругание, предательство и на суде стояние, бичевание и распятие, хуление и в ребра прободение, что и сколько подобного должно нам перенести, чтоб сказать, что подражаем ему? Должно это всегда, братья, припоминать нам, и на него взирая, смиряться безмерно. Если встретим, что в чем можем и явить подражание ему, примем то благодарно. Если не встретим, взыщем того именно, алчбы, жажды, осмеяния, поругания, уничижения, бедствования, нищенства в одеянии, в обуви и во всем другом. Чтоб таким образом, мало-помалу, подвигаясь вперед и восходя, созидаясь и назидаясь, высясь и превозвышаясь, достигнуть мужа совершенного в меру возраста полного Христова. 158. Страница 320. 4 том Добротолюбия. Святого Федора судит и наставление монахам. Ныне мясопуст для житейских день ястия и пития, гуляния, игр и всякого веселья. Что же? Окаевать ли нам себя, что не имеем ничего такого? Нет. Но о себе возблагодарим Господа, что исторг нас из такой жизни, как из тины и пропасти, и вел настоящее наше святое звание служить ему в преподобии и правде. А над теми посмеемся или лучше поплачем о них, что этими ничтожными утехами увлекаясь, лишают себя неизреченных радостей небесных. Придите же, братья, возрадуемся Господу, воскликнем Богу, Спасителю нашему, предварим лицо Его во исповедании, во псалмах воскликнем Ему. Вот добрый пир, вот похвальное веселье, вот радостный праздник. И нам, можно не однажды или дважды, но всегда так праздновать и веселиться в Доме Божием. Такое веселье есть предтеча тамошней блаженнейшей доли и ее предвозвестница. Я же, говорит божественный Давид, правдой явлюсь лицу твоему, насыщусь, когда явится славе твоей. Псалом 16:15. Не будем же, прошу вас, возвращаться сердцами нашими, как в Египет некий, к обычаям общей жизни, не воспоминать о мясах и котлах тамошних, но на нас самих обратим взоры наши на прекрасную нами проходимую и совершенную жизнь, ибо здесь наиболее заповедовал Господь благословение и жизнь, истинное радование, неложную надежду, спасительное празднование».